Так, а получается, я мог пойти сюда? Или тут нихуя нет? По-моему, тут нихуя нет, да? А это меня вернет, типа. Кстати, вон там смогу спрыгнуть. Там только бабочки, да, получается? Да, тут нихуя нет. Получается, я здесь закончил? Вот как сюда надо попадать. Оп. Так, а тут есть полипа? Базу. Бо, да, вот тут меня уже не было от слова совсем. Блять, этот гнилец. Что, дурака маловато как-то, не находите? Идут один? Неожиданно. Оу. Блять. Ингли, рыцарь чистой гнили. Оу, можно попробовать, кстати, можно попробовать. Потому что все не, сука, бесполезны. Может быть, хоть этот окажется приличным человеком, блять. И дали ачивку за все легендарные пеплы, кстати. Уяя, перс. Перс, хотел сказать, сказал перс. Еблан, еблан. О, а это как раз таки получается подъем туда, куда я хотел. А, это получается я закончил с этой локой. ГГ. А вот туда я был там? А... Тут же явно все не так шоколадно, блять. О, ёб твою мать. О, ёб твою мать, кайф. Теперь у меня получается их два. Чё бы заточить такое веселое? Тут, да, еще ништяк был. А это, наверное, этот, кстати. Хуйдожник, нет? О, проклятие посело. Это не хуйдожник. У меня их уже три этих посевов. Но что с ними делать, вообще не ебу. Сказал, приходи куда-то на обрыв. Может быть, в последней локе меня типа будет ждать. Так, а можно вон туда попасть или нет? По идее, как-то можно. Типа прям наверх туда, нет?
Выглядит, как будто бы можно, блять. Ну, вроде как и нет. Ну, походу, да, здесь, походу, закончено. Типа, я больше не вижу, куда идти. Можно было бы как-то еще наверх, но я вот вообще не вижу, как еще наверх подняться. Это только если, да, каким-то этим. Там вроде все перекрыто. Допустим, если я вот здесь вот сейчас спущусь, там, по идее, перекрыто. Там вроде никак не запрыгать. Там что-нибудь гнильцо это будет. А мы можем как-то этот наебать их? По-моему, не можем. Он меня чует. А нет, это не он. Да, но он стоит прямо здесь, ебать. Мне надо как-то прям, роняя кал, пробежать. И выйдет, конечно. А, блядь, у меня 200к. Я что-то не подумал об этом. Ой-ой-ой! Здесь никак нельзя не запрыгнуть. Так, нельзя даже подойти к тебе. Вот он, человек. Я вообще надеялся на то, что он будет уклоняться и пизданется просто. Но это не выглядит, как будто бы сюда можно запрыгнуть. Даже если можно, там он перекрыт, типа это смысла да не имеет. ГГ. Ну, значит все, ебать. Да ладно, ебать. Здесь вроде тоже ничего. Тут вообще невидимые стены. Ну, кажется, есть ГГ. А что мне тут делать? Все, типа, поджигать это горнило ебучее? Не хочу. Там, по идее, надо телку сжечь. Я не собираюсь этого делать. Я шо, идиот? Надо придумать что-нибудь. Так, ну я хз, что делать? Я побегал вроде. Ничего нового не нашел. Походу мне надо идти типа поджигать дерево, но как бы такое себе. Я не хочу, чтобы тёлка дохла. Насколько я понимаю, сейчас Шабрири мне сказал, что я могу поджечь себя, типа. Так, где наш Шабрири этот? Как вариант, можно поджечь себя. В глубокой подземелье, где находится под лестницей, что находится под лестницей Dream Earth. Я так понимаю, что это он имеет в виду как раз таки ту дверь, которая мне не открылась. Но, блять, как ее открыть? И как вообще? Нет, это не то. Это комбы, отверженные глубины, подземная канава, балкон. Скрипция яростного пламени. Сюда? Скрипция яростного пламени. Это типа намек?
Но шателку я поджигать не хочу. Вот хоть опердитесь, не хочу. Но как открыть мне эту дверь? Я всех убил. Больше, по идее, боссов не осталось. Типа, алло. Открывается. Может, подсказочки? Там что-то про броню писали. Это типа особенная броня нужна? Ну какая, блядь? Я же заебу сейчас каждую броню одевать, переодевать, блядь. Ну давайте, блядь, где подсказки? Сука, то, блядь, заспамлено ими все, то ни одно. Ёбаный стыд. Неужели, блядь, я в сети вообще? Вроде в сети. О, появились. Так. Это говно. Доспехи, о, доспехи. Хаос является видением. Заебись. Я почему не против хаоситом стать? Потому что у меня есть теперь игла. На ней написано... Вот, некогда принято яростное пламя. То есть, по идее, я могу сжечь себя, потом просто бахнуть себя этой иглой, и все будет в порядке. Ты прав, я прав. Только, блядь, как открыть? Где? Уж на костер сеть, время перемотать. Броня, о, броня. Блять, какая броня? Что ты от меня хочешь? Доспех, о, доспех. Да. У меня вся броня на костре, блять. Я ее все вылаживаю, выкладываю, блять. Она нахуй же. А может быть, крылатый шлем? Ну, вернее, фулсет моления одеть. Не? И атаковать здесь нельзя. О, там вон еще появились. Ах, блядь. Но впереди доспех отсутствует. Доспехи. Понятно, что доспехи, блядь, какие? Но я так понимаю, они все равно не смогут, кстати, написать. Просто доспех. И типа, какой, сиди, перебирай. Вообще, кстати, маски в основном решают здесь. Доспехи нихуя не дают, а вот маски. А, может, золотая? Не? Может быть, типа раздеться, я хуй знаю. А как я до этого допереть должен был? Вот серьезно, если бы не подсказки вот эти, вот как я до этого допереть должен в теории? Пиздец нахуй.
Эй, ну чё за ожоги, блядь, мужик? Бля. Ебать. Вообще, почему три пальца? Почему не четыре? Где один палец? Где четыре, где пять? Что происходит, блядь? Можно контекст? Питер взял такую, блядь, няшечку испортил. Блядь, а у меня ж платье с открытым этим, бля. Ну ГГ, блядь, теперь у меня вся спина и рука, блядь. Ну ебаный рот, была такая няшечка, блядь. А теперь какая-то какашечка. Туга! Так, а я могу иглу использовать или еще рано? Не могу. Видимо, еще рано. Надо поджечь дерево. Ну, в теории, как я должен был до этого додуматься? Вот, серьезно. Я сейчас ходил, там броню подбирал, ставил какую-то броню, пытался фуллсет, не фуллсет, только шлемы, блядь. Ах, пригорело чуть-чуть немножечко. Минут 20, наверное, блядь, 30 здесь, блядь, хуйней страдал, блядь. Ну, не знаю, пойдем к тёлке теперь. По идее, теперь она не должна умереть. Что-то она, по-моему, обиделась. А с другой стороны, молодая, ты даже до сюда дойти без меня не могла. Ты хочешь меня убить? Ты издеваешься? Что там было? Подожди. Прислушаться к треску пламени. Это типа поджечь, да? Ну, по крайней мере, она жива. Типа в пизду. На следующее прохождение, так уж и быть, блядь. Я тебя сожгу. Но только не сегодня. Куда? Там типа так жарко, что ж дерево. Я думал, мы сейчас подойдем просто к дереву и подожжем его. Надо было еще заорать, как мой гумин. О, дерево эрт сожжено. Сожжено, во. Ой, блядь, это мы на этом штормовой жопе в этой. Ебатюшки. Я вот тут, кстати, подумал.
А почему она типа «я тебя убью, если ты станешь повелителем хаоса»? Мне эту силу дали пальцы. У вас тут пальцы вроде за главным. Почему два пальца правее, чем три пальца? Типа, чё хуйня? Ну да. Махаси, да? Ну а теперь я могу применить иголочку? Нихуя. Видимо, еще не время. Я так понимаю, мне никто не расскажет, да, когда будет это время? Опа, блядь, а ты кто? Ебать, а чё тут столько крови? Личный камень 8. И вообще, я хотел бы посмотреть, что там с деревом Эрт. Если мы его сожгли, то они типа все пытались туда допрыгнуть? Они тут просто решили, блядь, попрыгать. А чё они глядят? Так смотрят, смотрят и щ. Ебать. Вы чё, гайс? Я сейчас хочу, да, взять костер и пойти посмотреть, что там с деревом Эрт. Блядь, мы же его сожгли, по идее, да? Типа, или что? Чё там с дверью с этой, которая нас не пускала? Сокрушенный форум Азула. Кто такой Азул? А у меня, кстати, какая-то магия Азула. А, не, у меня Адула. Бать, у вас тут эпично. Эпично, конечно. Почему здесь крови нет? Никто не попытался прыгнуть? Ух ты ж, ёбаньки ты в рот. Ну, вроде не жестко. Уклоняются, конечно, но вроде не жестко. Дают всего штуку, блядь, как будто это не лейт-локация. Ну такое. Можно мне костер? Оу, здрасте. Что-то я так подозреваю, тебе лучше уебать. О, да ты ваншотный для этой магии. Ага, только если бы еще не уклонялся. Воу-воу-воу-воу, мужчинка. Мужчинка-половинка. Не, правда, почему здесь крови? А, нет, смотри, есть. А ну-ка. Они это просто огребают. Где те, кто прыгали, блядь? Ну да, это просто огребает. Кстати, да, вот мужик вот в этой вот броне, а я его так и не нашел, кстати. У меня вроде три этих штучки есть, которые, по идее, ему надо отдавать. Но мне так товарищ сказал, я, конечно, не ебу. О! Это заебись! Не будем садиться на кастрик, в принципе, пока что похуй. Просто гляну сейчас. О май. Ебать. Пойдем посмотрим на дерево. А, я не могу. Я не могу. Подожди, а если сяду все-таки на костер? Типа все, я больше не вернусь. Мне говорят, все, ты идешь в конец. Ой, непристойность. А, подожди, да. А, нет, могу. Там почему-то не мог, не знаю почему. Покой королевы. А ну-ка. Ну, что-то тут все шоколадно. Нет, тут еще нихуя не горит. Подожди, а где сожженное древо? Все чики-пуки. Никто не горит. Игра. Ты меня наебать решил? На
нам было на этот костер тэпнуться. Или надо типа ту логу пройти, ну нахуя? Чё-то я не понимаю. Никто не войдет. А почему мне ачивку тогда дали, что я сжег дерево, блядь? Алло? Странные дела, блядь. Ну ладно, хули делать, как говорится, да? Идем посмотрим, что у нас здесь есть. Я вообще думал, вот мы как раз таки типа зайдем внутрь дерева, и вот это вот будет наш этот, типа переход. Но это что-то не то. Ебать, а что тут с текстурами-то, блядь? Вообще контекст, твой контекст, блядь. Что произошло, блядь? Мне кто-нибудь объяснит, что тут произошло? Блядь, тут можно вызвать помощничка. Что-то мне подсказывает, что будет что-то жёненькое, блядь. А я, кстати... Ой, ну да. Здравствуйте. Можно? Я вот хочу его потестить, типа, что он нам расскажет. Ау. Не-не-не-не-не-не-не-не, спрячь. Спрячь. Давай вот так. Давай вот так. У меня зономака нет. У меня нет зономака. У меня нет зономака. Блять, ну я не ту кнопку нажал. Блять, ты можешь что-нибудь делать, мужик? Ну, блять, тут бесполезные эти ебучие пеплы, блять, вот серьезно. Я вот больше ничего про них сказать не могу. Вообще нихуя не делать. Смотри, блять. Ой-ой-ой, я не то хотел. Блять. Да, эти пеплы просто мусор ебучий. Надо взять все-таки лучника. Лучник хотя бы сагрить сможет. Ну да, я еще не разыгранный нихуя, блядь. Не прожал ничего. Типа, два дня не играл, и только сел. А, так. Мне, во-первых, нужен зономаг. Блять. А чего мне нужен зономаг? Наверное, вместо вот этого все-таки. И вместо вот этого, да? Давай мне зономаг. И что мы делаем, получается? А, не-не-не, подожди. А, ну да, это я и так смотрю. Так, поменяй этот ебучий мусор, наверное, на вот него. Он сдалека вроде бы агрит, и это прям найс. Так, давай бафаемся. Хоп. Мне там, по-моему, мало было этих душоночек моих. У меня еще, кстати, есть посох Азура. 20 тысяч на дороге не валяется, да? Да, можно ему как-то на тело нацелиться. Закидываем зономаг! Оп! Ух, ебать, хорошо, что я успел. Бля, чел, ты будешь что-нибудь делать? Это все? Ну что, на зуб? ГГ. Бля, ну я слишком близко для атаки, мне кажется. И что это, бля? Блять, пиздец какой-то. Ай, ё-ё-ё, блядь. Ну и куда ты? Нет, стой, подожди. Ну вот, теперь он на меня согрется, да? Бля, я уже въебал эту штуку. Ой, блядь. Да, я вообще не разыгранный, пиздец. Вообще не нажимаю нихуя. Ну да, я, ебать, я взял, все проебал, короче. А что он не попал, ебать? Блять, нельзя развернуться. Ну да, хорошо, что он его там подагревает слегка. Он медленный такой, нерасторопный. Ну я, конечно, да, о, на, ну это такой обычный. Я еще даун, конечно, да. Прям пиздец не разыгранный еще.
Прям вообще нихуя не дожимаю. Бля, ну у меня теперь слабой магии нет, да? Но только... Не, наверное, все-таки стоит его вкачивать, этого молодого человека. Он, конечно, тоненький. Его моление разваливало как лоха позорно. В принципе, вот все боссы, которые вот уже последние, типа, они даже соплю разматывали. Ну, хотя, видишь, да, я соплю не одевал не в своем эквипе. Но вот в вот этих тряпках ее разматывали достаточно быстро. Вообще всех этих даунов разматывают достаточно быстро здесь. Что-то, блядь, эти на каждом шагу. Сколько мне дали, кстати, за него? Я что-то не гляну. Нихуя за него не дали. Понятно, он был абсос. Что мне надо? Что мне надо? Что мне надо? Мне нужен другой посох. Этот скоростной. И, блядь, может убрать заномаг? Блядь, не хочется убирать заномаг. Маны много потребляет эта штука. Ух ты ж, здравствуйте. А как так-то, блядь? Я не понял. Я вообще, блядь, через текстуры, почему тебя не задело, блядь? Не хочешь мне объяснить? Вам, значит, можно через текстуры бить, блядь. Мне жоп соси. Ебать, у вас тут красотень. О, я могу туда запрыгнуть. Могу. Зачем? Типа, чтобы туда запрыгнуть? Нет, вот туда я не допрыгну. Кое-как здесь нет. Может, все-таки стоит? У меня последняя эта хуйня, чтобы на плюс 10 вкачать пепел. Может быть, стоит этого молодого человека с луком все-таки вкачать? Потому что я рассчитывал на этого рыцаря гнили, уж мне его дали под конец. Я думал, он дохуя сильный, а он дохуя лох. Как оказалось. А чё это у тебя горшок, ебать? Кувшин? Здравствуйте. Сейчас я осмотрюсь еще, погодите. Угу. Тут нихуя. А реально здесь выглядит, как будто бы все, блядь, арены ебаные. Вот, а сюда я мог спрыгнуть, да? Тут есть что-нибудь вообще? Какой-то звук слышишь. Как будто вот эти вот, как их называются? Не деревья, кто это, бля, которые дреснёй и раскидываются. О, это лифт, кстати. Это, походу, туда вниз. Не, мать, ты посмотри, спрятали. Всегда мне этих рун как говна. Я думаю, стоит их сожрать. Типа, хули нет. Ну ладно, не как говна, но достаточно. Посмотри, блядь. А, подожди, блядь. Нихуя себе, блядь. У нас тут дохуя магии. А его сейчас, кстати, с двух сторон дефает. И он сквозь текстуры по мне ебашит. Ну да, кайф. Подожди, молодой, подожди. Ой. Ну да. Я так и думал, что ему, типа, он скастовал и все, типа. Надо, короче, сначала убирать. Ну, идти как положено, как я сначала шел, блядь, убивать этого, потом его. Они-то абсосные, блядь. Просто что я ваншотный. Да, типа, убивать вот этого и забирать. В смысле? Хуй поймешь, что он бьет через стену, то нет. Так, погоди, а что у нас, кстати, вот здесь вот было? Здесь есть кровища. А, это тот этот чел, которого мы видели. Ну да, это спуск вниз. Лифт. Или штифт. Так, блядь, я немножечко потерялся.
Да, а, блядь, еще один? Это вот плохо, кстати. А где? А, вон он. У тебя мы, наверное, будем ебашить этим. Да, отсюда не достану. На кого ты, блядь, переключаешься, молодая? Так. Почему я его скучить бью? Или он его выпускает во время атаки? Такой любезный, ебать. Древних драконов. Надо пойти будет отдать. Черепашки ниндзя нашей. А, блядь. И, кстати, подлагала, наверное, локу следующий подгрузила. Тут все, тут точно больше ничего. О, тут костер. Охуеть. Я жалю костер на каждом шагу, блядь. Оу, рудокопов, кстати. Я бы на самом деле бы сходил бы это все добро отдал. И сферу рудокопа. Бля, смотри, там дракоша ебаный спит. Еще один. Кстати, тоже какой-то полукаменный, блядь. Но все-таки у вас тут эпично. О, кувшинчик наш, блядь. Эпично, красиво. Шума бы еще не было. Вообще, блядь, цены бы не было. Я бы тут, блядь, дом купил. Это, а нет, это статуя. Бля, ну что-то не нравится мне. А, подожди, это та... Нет, это не та хуйня, где мы были. Ну, очень похоже, кстати. Очень похоже. Ну да, он, походу, хочет, чтобы я спрыгнул. Пойдем, отдадим молитва слов. Может быть, там какая-то магия будет клевая. Посмотрим за сфера рудокопа. Наверное... Пепельные эти камни будут, или как? Мерцающие, короче. До плюс 9. Рейтингс. Так, магия. Ух ты, кореанский дурочек. Удар магическим дурочком. Кстати. Что-то я не припомню до такого. Это не драконий молитослов тебе это дал. Осколок блестящей кометы. Почему ноль? У меня вроде же есть. Звездопад. С каких пор у тебя эта магия крутая? Я же тебе ходил, когда в магии переделался. Окей, чел. Ух, ебать, и молитвы, да. Восполняет много лозы вам ближе к союзникам. Давай. Замедляет накопление, накорочение сна у вас и союзников. Окей. Единственное, что они долго кастуются, мне кажется. Выскает кольцо золота. Все это прошает такое, но как бы бог. Вот, я так понимаю, вот это вот, да? Кормовое копье. У меня закончились бабло. Ты ж, мою мать. Столб дракона. А у меня есть что-то подобное, только усиленное, я так понимаю. Которое с босса мне упало, да? Так, давай бахнемся. Ебать их тут. Ты понимаешь, что это жесткое. Блять, денег не хватает. Ебать, они у тебя дорогие, кстати, чел. Мы грешили? Хаотическое пламя — это грех? Вы не грешили. Блять, что оно тогда возникает? Молодая, не беси папку. Так, а где у нас, бля? Ладно, давай бы на балкон. Но я хочу туда, обратно сначала сходить вниз.